впечатление на эту девушку. Мой голос сейчас перебивает реклама. Вы знаете, я сразу вспомнил, что в этом мире всегда будут голоса, которые будут перебивать голос пастора, который хочет наставить человека, наставить на путь праведности. И Библия говорит о том, что наставляйте друг друга, предупреждайте друг друга. И в этом мире всегда будет голос общины, голос людей, которые верят в Бога. Там сам Господь говорит людям, но перебивает их такая реклама. Лучше где-то, где-то хорошо, покупайте, возьмите, вам это будет выгодно. Это все реклама внешняя, которая перебивает голос Божий.